Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, мы продолжаем прохождение Ведьмака. Так, что у нас, собственно, тут происходит? Так, мы разобрались с Валькалаком, либо как там его звали, в общем, с оборотнем разобрались, точнее, оставили все там, чтобы он сам разобрался, но он решил выбрать другой путь, но подробнее это будет вот, в предыдущем, пожалуйста, выпуске. Так, а сейчас у нас дела, и дела семейные, но тут выяснить, скеллиги велены на Виграде. Блин, а у нас бабла маловато, мне нужен сет, который находится у этого, у барона, да, там не волчий сет, нет, там ничего крафтить не надо, нужно его просто купить, броня нужна, поднимать все надо, враги сильнее, а я все с той же броней, поэтому давайте-ка посмотрим, что у нас по дополнительным заданиям, так, 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 скачки, гвинт, фальшивые бумаги, прорицатель правду скажет, это что-то вообще не то, что-то интересное, приглашение от Кейры Морец, нет Кейра, потом... Ведьмачьи заказы. Заказ кликату. Обитатели Воронницы и их окрестностей жили в постоянном страхе перед безумными выходками барона и алчностью его головорезов. А кроме того, словно жестокости властительной им было мало, страдали они и от выходок злобного чудовища, которого уже успели окрестить кликатуном. Чудовище совсем запугало жителей, и те решили напустить на него ведьмака. Короче, понятно. Сейчас все разберемся. Будем делать это. Заказ сюда. Все, заказ есть. Деньги нужны. Выдвигаемся. Так, немножко пролагаем. Сейчас у нас Геральт оживет. Все. Подлаги закончились. Так, 800 метров практически. У нас есть фаст тревел. Где, куда нам? Ага, в Воронице. Нифига себе. Ладно, отправляемся в Воронице. Так, в некоторых диалогах существует ограничение по времени. Делайте выбор быстрее, иначе это сделать за вас. Я это уже понял, спасибо, игра. Можно было раньше. Так, чаек у меня. Уже сейчас каркадешечка, да, с сахаром, да. Каркадешка для вкуса, сахар для калорий. Наоборот. Ну вообще, в принципе, блин, этот сахар, зараза, я его несколько недель не жрал. Ай, не похудею. Ну что ж. Ну что ж. Новую игрушку попробовал Вальхейм. Сейчас немножечко по-другому буду оформлять описание под видосиками, которые по прохождениям игр там будет официальное. Ай-яй-яй-яй-яй, я снес что-то. Нет, не снес. Там будет вот так вот. Ссылочки на различные плейлисты по различным играм. Допустим, Киберпанк прошел, будет Киберпанк ссылочкой в плейлист. Плюс Вальхейм прохожу, тоже будет. Геральт, ты что это у нас сразу быковать начал, а? Так, побежали. Побежали. Наши... А где Геральт? Стоп, подожди, я ж бегу. Мне Геральт пропал. Чё за магия? У меня черный экран. Ты чё? Слышь? Ты это вот давай без этого, да? Оконный весь экран? Полный экран? Слушай, он что-то вообще не хочет применить. Да, сейчас подождем, что у нас ОБС-ка скажет. А что экран-то у меня? Я, если что, ребят, я сейчас вижу Ведьмака, и вы его слышите даже. И я не понимаю, честно, с чем это связано. Сейчас мы альтабнемся и посмотрим еще раз все это дело, потому что это очень и очень странно. А он пропал. Он пропал. Он просто исчез, ребят. Его просто нет. Ладно, сейчас перезапущу. Какая-то магия. И довольно долго, кстати, это продолжалось. Ребят, я долго не мог подрубить Ведьмака в ОБС-ке. Магия, воистину. Так, что у нас тут смотрит? А твой, так сказать, прозорливый яркий ум и тонкие шутки людей не бесит? Нет? Есть что сказать? Вот я тоже думаю, то, что сказал, все, что знал. Наверное, годами готовился. Так, Вячеслав. А, нет, Вячеслав. Вячеслав, думал почему-то. Что ты мне скажешь? Ну? Я насчет заказа на кликатуна. Или я слышал, кликатуна. Здесь у вас чудовище, которое вы зовете кликатуном. Ну да, завелось. Коров таскает, коз. Если человек попадется, тоже не побрезгует. Бажуй! А он у его милости в охотниках служил, сказал, что с него хватит, и что он эту бестию прогонит. А-а-а. Взял топор,
и сел в засаду на Клекотуна. Лучше копье взял. Сорвал со стороны полей. А там его и нашли. Кишки по всем веткам растянуты были, как осенняя паутина. Полдня мы его в могилу собирали. Награда слишком мала, дружище. Я знаю, что времена тяжелые, но придется отсыпать побольше денег. Так, ну просто бабло надо реально. Чтобы потребовать более высокие вознаграждения, выберите сумму с помощью нажмите для подтверждения. Так, давай. Раздражение. Бонусная ставочка. Подожди, давай вот серединку, не буду жестить. Больно много вы хотите. Так. Можно и докинуть немного. Вы заради нас головой рискуете. Это да, докидывай. Самое время, чтобы этим кликотуном занялся профессионал. Кто может рассказать о нем побольше? Может, Шимка? Это сын Бажуя, того, что сгинул. Угу. Так с ним тяжело будет разговаривать. Он еще по отцу не отгоревал. Понимаю. Где его искать? А тут он, в моем хозяйстве крутится. Мать его давно померла, вот теперь отца потерял. Вот я его и пригрел. Так, где он? Так, следует место нападения Кликутна использовать. Нет, сначала с пацаном поговорим, да? Может, поговорим? Оставь меня! Успокойся, я... Оставь, говорю! Может быть, Акси, Геральт? Я хочу отомстить за твоего отца. Но для этого я должен понять, что его убило. Кликотун его убил! Ты что, не слышал? Мне это ничего не говорит. Опиши, как он выглядит. Блин, вот бы вебка так же на стримах работала. Вроде петуха, только здоровый. И хвост, как у ящерицы. Я слышу, наш Бобик в лесу заливается. Побежал посмотреть, что там делается. Гляжу, а тут дядька в кустах лежит, а в животе у него дыра. И стонет, и кричит. Я хотел помочь, но как? Как? Акси. Спокойно. Ну а что он нервничать пусть будет зря, малыш? Успокоиться придет в себе. Так, исследовать место нападения. Пойдем. Пойдем. Опа, стой, подожди. Она вроде есть что продать или нет? Или мы все продали? Подожди, вроде все продали. Ну, в принципе, кстати. Вот так вот. Да? Ну давайте продадим. Хотя пофиг, потом продадим, сейчас не будем. Нет, сейчас я не хочу морочиться этим, это надолго может затянуться. Так, слушай, это прям рядом с воронницами. Прям реально рядом. Дали, сука, себя обработать, как новиградский. Блин, вы об одном и том же, ребята, говорите уже сколько времени? Это какой? 16-й, 17-й? Вы... Че за движ? Ты кто? Выходи! Сойдемся в поединке! Сначала с собственными сапогами сойдись, недомерок. Выходи, говорю. Я Ронвит из Малого Луга, связанный с священным обетом. Каким? Сочувствую. Что ради прекраснейшей девы Ягодки 100 рыцарских поединков проведу. Обнажи свой меч как можно скорее, ибо я спешу. У меня еще 99 боев останется. Он еще ни одного не выиграл, да? Ну, в принципе, понятно, почему он хочет драться. Да, это понятно. Но вот я сражусь с тобой, слушай. Ладно. Твоим услугам. Согласен, решим все по-быстрому. Давай! Опа! Ух ты, слушай, ты неплох, парень. Ты умеешь блоки ставить, да? Блоки умеешь? Умеешь в блок, да? В блок умеешь? А в сильный умеешь? Довольно. Пощады. Вы что, серьезно? Ну что, хватит с тебя? Да, в этот раз тебе повезло. Но когда мы сойдемся снова... Если еще раз поднимешь на меня руку, убью. Ты так уверен? Да. Мы еще посмотрим. Блин, прикольно, мы еще раз его увидим. Наверное, у него будет уже целых 99 боев останется, да, а не 100. Угу. Ладно.
Не, забавный момент, кстати. Реально забавный. Блин, забыл. Был квест по поводу того, чтобы восстановить храмы. Вот эти, помните, в самом начале, когда мы только приехали вот сюда, вот, нас попросили поднять статую, какая-то тетя. Тетя, женщина, бабушка, не помню. Ну, вот что-то с этим связанное. И там валялась статуя. Нужно было ее поднять, и такие еще штуки три. Я еще сказал то, что я в такую даль сейчас не пойду. Блин, я забыл про это вообще. Осмотр. Вся морда в крови. Дрался до последнего. Бедный песель. Следы путаются. Монстр зашатался. Наверное, он был ранен. Кровь. Кровь монстра. И чё? В какую сторону когти? Не пойму. Я не пойму, куда. А ты вот ты где, да? О. Идем. А как же ловушку там сделать какую-нибудь? Офигеть, чуйка у Геральта, это просто пипец. Следы ведут в пещеру. Потрясающе. Куналиск. Заказ Кликатун. Но восстановить бестиарий Кликатун. Так, бестиарий. Кликатун. А где ты? Агадеты, написано новое бес... Дракони... Ё-моё. А, Куралиск еще есть. Ё. Так, чудовище, терзавшее обители Вронец, оказалось вредным Куралиском. Понятно, по нему прочитаем. Было у меня 8 коров, из них 5 дойных. Только в округе завелся Куралиск, и все это от них осталось высохшие лепешки на поле. Ужасно. Вздорные... Пересуды приписывают к Куралиску, как и Василиску, способность убивать одним лишь взглядом. Это полная ерунда. А взгляд Куралиска для жизни опасен не более, чем взгляд разлившегося гуся. Блин, вы гусей злых видели? Тех, кто в деревне был. И когда они на тебя бегут, это страшно. Чем взгляд, это ага, гораздо более след опасаться. Его клювы длинного хвоста, которыми наносят поистине смертельные удары. Ладно, хорошо. Хорошо. А где пещера? Вижу. Ой, блин, как я не хочу в пещеру лезть, ну ладно. В принципе, я все вижу, без даже... Мне вот написали в комментарии, возьми там это, типа, вот, зелье, которое, типа, лучше видеть в темноте и так далее. Я так нормально вижу. Звук откуда-то сверху. Извините. Это тут рядом просто валялось. Так, ну это наверху, понятно. Сейчас обыщем, тут нам что-то интересное будет. Тут как будто портал куда-то должен быть. Реально, очень похоже. Странное место. Довольно странное место, действительно. Так, смотрим. Хопа! А! Здесь от пещеры не вылезает. Значит, выкурю его бомбами. Самум, картечь или... Так, нужна любая бомба, я так понял, да? Так, стоп, у меня вообще есть какие-то бомбы? Пусто. Выходит, убежал через другой выход. Надо его поймать, пока он рядом. Пойдем. Блин, бомбы использовать. Что-то вообще какая-то тупая затея, на самом деле. Ой-ой-ой, как я посмел. Я не опустил чуть-чуть пониже. Все. Вот он, петух вот. Летающий. Теперь не уйдет. Так, ну, конечно, не уйдет, Геральт. От тебя никто не уходил, кроме... Йеннифер. Извините, пожалуйста. Все, прошу прощения, я не буду. Что, уже? Тихо!
Так, вопрос. Важный вопрос. Ох, сейчас я и грибу там, наверное. Так, кликатун, кликатун, куролиск. Ага, арт. Я тебя понял. Опа! Давай, петух летающий. Ну, он реально... Видите его гребень? Ё-моё! Тихо, Геральт. Тихо, тихо, тихо. Ты... Опа! Хорош! 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 Что у меня с оружием? Погоди. Кровотечение. А, это не с оружием, это со мной. Ё-моё! Я греб. Геральт как будто описался или облил на себя морщик. Тихо, тихо. Вот какой, а, молодец, а. Вот это сейчас будет интересно. Геральт, ты же сейчас не помрешь на... Ох ты, вот на последнем просто. А если б я бы не качал себе эту штуку, которая мне регенит? С хавки. Это ж что-то было бы. Опа, все, Геральт отъехал. Ладно, хорошо. Ладно, ладно. Бывает со всеми. Но я когда-нибудь должен был помереть на этой сложности, я считаю. Это вот, кстати, вот первый раз, когда мы померли вроде. Не, горгулья. Горгулья, точно, горгулья была. Но горгулья это вообще лютая срань какая-то была. Это прям, прям такая... Ситуэйшн была в той пещере, когда мы были с... Этой, с Керой, или как там ее зовут? Ну, с этой ведьмочкой, блондиночкой. Вот горгулья была жесткая, жестче голема. А вот этот петух летающий, это, конечно, вообще отдельная история. Правда, миссия на уровне выше, у нас броня такая себе. Кстати, сейчас мы давайте подготовим-ка маслице. Да, а маслице. Герой не вылезает. Значит, выкурю его бомбами. Подготовим маслице на хлебушек, так сказать. Так. Как там ее запендюрить-то? Он сбежал. Так, что там против тебя работает? Ты иди сюда. Бестиарий. Куролиск. Так. Масло против драконидов. Хорошо. Гибриды нет. Это не то. А у меня нет такого масла. Ну, давайте хоть это сделаем. Пусть будет. Для силы знаков, так сказать. А вот то, что у меня вот этого не... Чё отвар Грифона делает? Полученный урон повышает определенный урон до определенного... А, понятно. Так, так, эликсиры. Белый мед. А, не то. Иволга. Да, сопротивляемость к ядам нейтрализует эффект ядов, уже попавших в кровь. Ладно. Кошка нет. Ускоряет генерацию очков Нет, ну не то. Нет, кошку я не хочу. Мощь знаков тоже не хочу. Увеличить запас тоже не хочу. Все это не хочу. Поймать, пока он рядом. Есть на реген повышенный? Вроде есть. Ласточка, нет? Вот он. Теперь не уйдет. Или ласточка против кровотечения. Так, стоять. Это против вампиров. Тут вампиры еще есть. Где ласточка? Была же, стоп. Да закройся ты! И ты закройся! И ты закройся! И ты закройся! Ускорить сильное здоровье, получение урона, признание... Ага. А, он у меня есть даже! Вы серьезно? А как это я такой заметил? Вот так вот. А это что такое? Сила атаки. Ща будем баловаться. Будем баловаться всякими вкусняшками. Так, Т и Y, понятно. Сейчас сразу по приходу. Хрясь, хрясь! Правда, синтоксикация поднимется. Давай! Ща как по... Ща по затылку получу. Так, сразу. Тихо!
У меня эликсиры заканчивают действие. Давай быстро сюда. Быстро, быстро, быстро. Да уйди ты! А, тихо! Да догори ты уже! Геральт сейчас опять отъедет в лучший мир! Почти, почти живы! Блин, держись, Геральт, тебя прошу! Геральт, держись, давай, пошло восстановление, пошло, 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 родное, пошло! Только шелохнись, сволочь. Но ведь могу же, блин. Сделал. А желудочек королевского мутагена, краснолюдский топор, труп, череп, берем. Опять мокруха, Геральт, ну что ж ты? И почему нож, почему не топор, я не понимаю. Там же кость. Это не курица же летающая, ну реально. Вот когда вот мясо разделываете дома, там, курочку, да? Давай, там же хрящички, и то там ножиком надо, только нормально. А эта дура размером с одного или более коней. Понимаете? Ну, это, конечно, плохо. Потому что мы использовали так много эликсиров. Но. Ну, ладно. Я их и так редко использую, когда прям вот, ну, полный попец. Блин, когда полный попец. Кстати, ребят, напишите, вот Ведьмак у меня в 2К идет на YouTube, ну 1440, который, не 1080, 1440, вам надо это? Или можно 1080, потому что у меня из этого рендер в 2 раза дольше, а если в 4К, то в 4, у меня процессор-то 8-ядерник, там, не 12-ядер, не 16, не 20, понимаете? И это довольно долго, я очень много теряю на это времени. Спасибо. Привет. Ну? Кликотун вас больше не тронет. О, спасибо, мастер-ведьмак. Будьте любезны, ваша награда. Немного, но, как говорится, курочка по зернышку, а? Да что же вы со мной делаете, а? CD Projekt, что вы со мной делаете? У меня Геральт в бедствующем финансовом положении. Учитывая то, что экономики там хана, там война идет, блин. Ну что ты делаешь, а? Блин. Сохрани эти деньги. Ты взял под свой кров сироту, так что тебе золото пригодится больше, чем мне. О, говорят, ведьмак не человек. Чувств не знает. Спасибо вам. От всего сердца. Я еще торговался с ним, между прочим. Торговался, ребята. Я с ним получено. Достижение кликотун вылезло. Да дай ты лошадь. Так, понятно, вздыхай дальше. Мы бежим наверх. В принципе, мы выбили там различные ништячки себе, да? Топорчик, еще что, сейчас заодно посмотрим, сколько денежек нам надо на сет. Ой, блин, еще это делать. Зелье. Ну, короче, мы просили по баблу, походу, опять еще сильнее. То есть мы ушли не в плюс, а пошли даже в минус. Привет. Хочешь посмотреть наш маленький склад? Хочу, хочу, да, показывай свой маленький склад, как бы это ни звучало. Покажи мне свои товары. $255, $46, $97, $56. Да нам хватает! А почему это продать не могу?
А могу... Стоп, пробить доспеха? Дополнительный урон прикрыт ударе? Слушайте, ну в принципе мы можем сейчас все это купить. Но этим я вообще практически не пользуюсь, только сейчас, наверное, первый раз пользовался. Так, это что? Это все можно тоже продать. Две куклы какие-то тоже продать. Шкуры непонятные. Вообще продаем мусор, короче. Так, ну это что? Это мне вообще нафига тоже продаем. И это вот гнилое мясо тоже продаем. Кстати, по поводу мяса. У нас его дофига, мы его можем толкнуть. 20. Зараза. Так, тут у нас оливки и так далее. Это все копеечно, так понимаю, да? Угу. Так, зелье. Это что? Волчий час. Для всех предметов необходимый уровень персонажа времени снижается на 2. Я первый раз вижу эту штуку. Нет, то есть я видел ее, но я не читал, что это такое. Так, это ключи мы не продаем. А вот шкуры продаем. Потому что пока у нас нету чертежей, ничего... Мы этим не заюзаемся, так сказать. Так, здесь у нас что? О, братишка! Это что у нас? 58 кровь гулей? 58? И так прям вот в цену, да? Нет, мы, наверное, все это оставим. Нам все это нужно. Не отдам. Я столько собирал-то, не отдам. Так, бывай. Будь здоров. Подожди, может у нас какой доспех есть? Может у нас какой там этот нарисовался чертежик, а я не заметил? Чем могу помочь? Доспех, пожалуйста. Что у тебя есть на продажу? Дорогая, пожалуйста, доспех. Стой, почему? Нет. Да, отстань. Мне к гному надо. Гном, иди сюда. Чем могу... Сделай мне доспех. Мне нужны доспехи. Школа медведя 30 уровня. Ну вот кавалерийские. Да фиг его знает. Броня выше, но вот это по просадочке у нас идет. Штаны. Но тоже в плюс. Тоже в плюс, но просадочки все равно. С определением и колющим вот это все, вот это... Ускоряет восстановление энергии. Энергия. Я не маг, блин. Стой, подожди. Если это легкий кавалерийский, то почему этот кавалерийский тяжелый? Так, подожди. Перчатки. Так. Сапоги, штаны, доспех. Восстановление энергии. Нифига не понимаю. Я не понимаю. Не понимаю, говорю. Ладно. Бывай. Бывай. Слушайте, может я сразу тут сетку? Хотя в цене он не поднимется, в принципе. А деньги у нас уже на него есть, это хорошо. Так, у нас было задание, где нужно... Так, не то, не то, не то. Пением, умчанием, теленка, думаю, на убой мой друг не был ведьмаком, если бы не решился... Что-то не то. Нет, Шурину продавца нет. Выиграть уникальную карту барона? Да-да нет. Вот, защитник веры. Защитник веры. Мы там были просто. Да, мы здесь были и добежим. Во, во, и вопросики пооткрываем. Может, что-нибудь найдем, еще бабла себе сделаем. Так. Ты когда-нибудь кору с деревьев жрал? Нет, зачем? Я не понимаю, в чем их проблема? Река, озеро. Лови, вари, ешь. Тут растет дофига чего еще съедобного. Ягоды, ешь. Знаешь, ведьмак, про тебя всякое болтают. Болтают, болтают. Пялится на кого-то. Ну вот река, вот, бери, лови рыбу, в чем проблема? Я, конечно, понимаю, на всю деревню не наловить. А если наловить, то рыбы потом вообще не будет. Ну, блин. Или нельзя ловить рыбу. Фиг его знает вообще. Так, что у нас тут? Вот сюда, пожалуйста.
Я, блин, там был и забыл про это, представляете? А это не то место случайно, где я греб от охотника. И здесь все поломали. Давай, Геральт, восстанавливай. Так, еще одну. Нам топы получается по-любому как можно быстрее 10-й заполучить себе, правильно? Ну, чтобы это сразу сет одеть-то. Баронский. Потому что пока у нас никаких школ других нету. Ни грифон, ни кто там еще. Кто там еще есть? Кот. Или не кот. Волк по-любому, наверное, еще есть, раз уж медведь есть. Да, точно кот есть. В общем, нету нифига у нас. Теперь мы с деньгами, но все с голой жопой. Быстрее. Апаем срочно 10-й, выполняем побочное задание, чтобы точно... Игра нас по-любому приведет, где находится хотя бы один. Хотя бы один. Хук сейф. А то сейчас, кажется, валить придется. Какой уровень? До свидания, до свидания. Больше вас видеть не хочу. Нет, спасибо, не хочу. Номер не возьму, не позвоню, не напишу. Не надо. Нет, нет. Довольно. Не вывезу. Что это такое? Там что-то внизу, тут гигантская сеть пещер, что ли? Гули. Обычно бывают и трупы. До свидания, до свидания. Видеть вас и знать я не хочу. Спасибо. А это что за алтарь тут вообще? Давай напрямки по барабану уже. Там что-то интересное нас ждет, наверное. Быстрее. По квесту какому-нибудь. Так, не будем заходить смотреть, не будем. Нас там огребут. Там гули. Фиг знает какие. О, тут мужики стоят. Это вы оскверняете святилище в Велине? А тебе что до этого? Вы кто такие? Мы вестники молний. Тяжелые капли грозовых туч. И молния эта зовется сверхчеловеком. Да вы шизики. Заканчивайте с этим. Мы не станем слушать холопа на цепи у клерикалов. Мастер Фридрих из Оксенфурта провозгласил, что боги умерли. Религия – опиум для народа. Простой люд боится только религии и жрецов, а не богов. И страх этот заковывает нас в оковы мракобесия. Мы должны создать новую мораль. Или обойтись без морали. Забавное представление, но мне что-то наскучило. Проваливайте отсюда и не возвращайтесь. А то что? А то позову инспекторшу из деканата. Репрессии! Бейте холопа режима! Какие у вас уровни, друзья, сначала? Десятые, да? Ой! Пошел, пошел, красава! Давай! Давай, давай, Геральт, давай, давай, давай! Рукопашка, это наше все. Давай, троих одним ударом, красавец, блядь. Серьезно, троих одним ударом. Как ты это сделал, мужик? О, еще раз троих одним ударом. Вот это ты, конечно, вот это ты, вот это, вот это. Ладно, мечом большим так закидать, хорошо. Но с руки так дать, чтобы трое дернулись, это вот все. Геральт, тебе надо быть бойцом, ММА, я считаю. Блин, вообще хорошо пошло. О, белое вино. Может быть что-нибудь. О, тяжелая палец. Кстати, палец страшное оружие. Нафига тебе плесень? Ладно, возьму ее. Не знаю зачем. Если есть, значит пригодится. Перо. Все? Задание выполнено? Да я хорош. Да я хорош. Так, что-то еще есть. Порицатель правду скажет. Скачки. Что это? Среди веленских лесов и болот есть прирожденная часовенка, славящаяся одного из ожиданно забытых богов. Там-то Геральт и посвящал усохшего полубезумного старика, который твердил, будто может предсказать будущее, согласиться сделать предсказание Геральту за небольшую плату. Ага, за оплату! Я за оплату тоже много чего сделать могу. За оплату предсказания. А просто так. Дар дали? Делись с людьми. Зачем деньги брать? Деньги придут. У тебя же да. Ладно.
Гвинт, веллинские игроки. Выиграть уникальную карту барона. Нет, это я не хочу. Приглашение от Кейры. Я на это не пойду. Что-то там какая-то муть будет. Опять придется все блюрить. Я не хочу. Нет, я пойду туда. Но не сейчас. Так, скачки воронницы. Дойти до места. Так, фальшивые бумаги. Во время войны между королевствами Севера и Нильфградом граница на Понтере была закрыта. Тот, кто хотел пройти через приграничные посты, должен был показать грамоту. А, подожди, она же у меня есть. Или нету? Подожди, непонятно. Пошли-ка проверим. Выясни, что за помощь нужна Шурину и продавца фальшивых грамот. А где это вообще? Так, я же могу то пролезть, нет? Я не понимать. Я еще так на время поглядываю, потому что часовые выпуски, ребят, я думаю, вам тяжело смотреть часовые. Там 40 минут, 45, ну как урок в школе. Ну так, знаешь, уже привычное. Я могу, конечно, как пара в универе, но это прям для сильных пацанов по полтора часа фигачить. Потому что мне-то полтора часа... Ой, тут что-то есть, смотри. Я могу спокойно полтора часа записывать и полтора часа рендерить. И зарендерить я тоже могу. И выложить могу, но... Можете не висеть столько. Опа! Тихо, тихо. А чё вы вот так кучей налетаете всегда, а? Вот всегда кучей летите, а? Призраки. А чё вы друг друга не мракобесите, а? Вот друг другу бы доставали. Друг другу бы докучали. И было бы у вас... Ну, было бы вас меньше. Нет, блин, на меня надо лезть. Да еще тем более днем. Какие призраки днем бывают? Ой, Геральт, ты умеешь в паркур? Нифига ты. Подожди, ты на сколько прыгнул? То есть ты прыгнул на высоту в два своих роста и сделал выход силой? Пипец. Не, я знал то, что ты сухой и жилистый, но не настолько, Геральт. Два роста. А, ну там еще руки, если вытянуть. Так, что у нас тут? Люблю сундучки. Гвозди, толченый жемчуг, руда, шкура драконида. И это все. Целых два призрака, между прочим. Можно было и раскошериться. Мне вот интересно, а кто это? О, неизвестное место. Давайте посмотрим, посмотрим, что там. Ну, типа, я готов был 4 призраков убить, чтобы получить больше. Или даже 6 призраков. Да даже 8 или 10 готов был убить. Причем одновременно, чтобы напали. Чтобы вообще прям по красоте так сделаем. Quick save, потому что фиг знает, что будет здесь у нас. Это что, толкан? Что это? Пустующее поселение. Или какое? А, или опустевшее, подожди. Бандиты, что ли? Здрасте, пацаны! Хопа! Давай, Геральт, давай, давай. По одному их, по одному, по одному, по одному. Опа! Ладно, по одному уже не получится. Ух ты, тихо, 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 тихо. Рубилы свои, рубилы убрали. Рубилы свои убрали. Рубил, убрал, говорю. Я сейчас тебе там все там... на жопу, на глаз не тяну. Или как там договориться, не помню. Давай, 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 давай. Хорош. Почему? Почему ты замерз? Почему ты замерз? А, точно, у меня ж меч этого... дикой охоты. Да сам... Че ругается? Вот... Они еще удивляются, то, что они захватывают деревню, выгоняют жителей или перебивают их, грабят, и к ним еще плохо относятся. Вы, блин, в своем уме вообще, ребят? Слышь, ты, леголаз, блин, местный. Самый умный, думаешь, да? У меня нет лука, но у меня есть меч. Блин, да ты... И ты тоже. Себе, блин, чтобы себе пришить, да? Наверное, чтобы себе пришить. Все, Геральт. Ну, можно было без этого. А если я буду с палицей атаковать, как он будет критовать? Мне просто интересно. Новиградский длинный меч. Ну, хотя вряд ли он лучше, чем то, что сейчас есть у меня, да. Ой, у меня что-то словесный понос временами налетает. А чё везде новиградский длинный меч? Слушай, я так сейчас нормально бабла подниму на этом. Слушай, я сейчас продам это, и я так нормально озолочусь. Да! Реально хорошо. Все живы? А, никого нет, да? Медовые соты. Блин, вкусно, наверное. Наверное, вкусно. Еще с воском. Кайф. А вы еще всех перебили. И только трубку оставили. Чеканутые просто. Они еще всех и перебили здесь, в этой деревне. Вот скоты, я вам скажу. Просто сволочи. Ему это уже не понадобится.
А спирт не взяли. Чё за бандиты? Всему... Блин, вот честное слово. Вот я думал, они спирт возьмут и упьются. Отметят... Дружище, как я тебя не заметил? Арбалет, так. Сапоги разбойника. Нафига я пустую бутылку-то взял? Нет, не хочу. Хлеб возьму. Нет, пустую бутылку тоже не хочу. Ой, сейчас залутаемся. Проволоку возьмем. Залутаемся, конечно. Ну, в принципе, уже от того, что было у местных жителей, я думаю, ничего не осталось. Они все уже взяли. Тут уже их вещички. А это можно взять. Сломанные грабли. Нет, не хочу сломанные грабли. Опять сломанные грабли. А можно сундук открыть? Я хочу сундук открыть. Ладно, нет. Так, что это? Ну, это нам для алхимии. Так. Это нам для себя. Это нам для себя. Так, чё ты... Чё-то как Соник начинаешь. Алхимическая паста. Ну, значит, алхимическая паста. Наверное, жир какой-то. А почему никто не возвращается сюда? Я ж всех уничтожил. Я ж сейчас не просто бегаю вот здесь, я еще прибегаю и проверяю. Уже дождь собирается. Да ты что, тебя уже окатило. Тебя уже окатило. Такой, похоже, дождь собирается. Смотри, почему никто не возвращается? А, вон там один сидит, да? А тебе само приглашение надо, да? Все вернулись в деревню благодаря ведьмаку. Ладно, я ужасный певец. Кирпичи. Куда боги привели? Если у меня сын родится, назову Геральтом. Ладно. Тоже возьму. Так, опыт, уровень есть, еще два уровня, и можем... Так скажи мне, хватит ли бабу раз в неделю лупить? Или больше надо? Вообще не вздумай так делать, говнюк. Чеканутые. Так, ну в принципе... О, торгаш, тут еще и торгаш! Ой, как хорошо я тут зашел к вам, ребята, как хорошо, что я к вам зашел. Интересно, откуда у вас столько кирпичей? Я не вижу, где вы тут глину обжигаете. Так, стой, торгаш там у нас. Торгаш. Привет. Приветствую. Я тебя тоже, дружище. Покажи товары. Покажи свои товары. У меня там много чего есть для тебя. Ой, как много, даже не представляешь, какой клад я нашел. Ты об... Ой, чуть не продал. Ты обязан на это взглянуть. Просто на все взглянуть. Продаем сначала белое. Опять начинается с подписками. Так, теперь синее продаем. Ой, дружище, ты просто... Ты все это продашь, станешь богатеем. Я тебе говорю... Я тебе думаешь, буду врать? Я тебе врать не буду. Смотри, сколько мечей, дружище. Сколько мечей много. Ну и все, в принципе. А что так дешево? Я думал, будет дороже. Бывай. Бывай. Меч вообще в те времена стоил дофига. Не было прокатной стали, не было того, что есть сейчас в плане производства. Ну, правда, тут не цементировали железо, я думаю, уже, а... То есть... Как это называется? Короче, и цементация есть. И есть, когда переплавляют железную руду, именно то, что она обогащается углеродом из углей, и типа становится углеродистая сталь уже. Ну там все равно шлаки, фигаки, их выбивать надо. Но тут уже есть водяные мельницы, поэтому, в принципе, проблем с этим быть не должно. Потому что когда появились водяные мельницы, произошла просто революция в плане промышленности, металлургии и так далее. Потому что... Что такое молотобоец, да? Молотобоец — это чувак, который просто бьет молотом в одну точку. Попадает он не всегда в одну точку и бьет не с одинаково равной силой. А если поставить, так сказать, привод от этой же мельницы и поставить молот, она будет бить всегда с одной и той же силой, в одно и то же место, понимаете? Ну там в зависимости, конечно, от люфтов, но все же разница колоссальная. Воистину колоссальная разница. И вот когда все это началось... Пошло уже все хорошо. Так, какого они уровня? Погоди. Ой, до свидания! Увидимся. Когда-нибудь.
потом. Ладно, друзья, на этом веселый, на этой веселой ноте, на веселой, даже сколько познавательной исторической ноте, давайте закончим, пожалуй. Потому что если я сейчас продолжу дальше и буду выполнять квесты дальше, то мы уйдем за полтора часа, а оно вам надо. Лучше там по 40 минут, максимум часик, как с Вальхеймом было, и будем к этому примерно придерживаться. Так вот. Да, на этом заканчиваю. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Ведьмачка, да. Также будет ссылочка на новую игру, которую я прохожу, Вальхейм, ссылочка на Киберпанк, конечно же, который я прошел, по которому много видосов довольно на канале, и, естественно, ссылочка на Elite Danger. В общем, много ссылочек на разные игры, подробненько посмотрите, ознакомьтесь. Также будут ссылочки на социальные сети, такие как Инстаграм, группа ВК, Дискорд сервер и Телеграм-канал, где публикуется информация о выходящих видео. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.